фамилия Петра Первого. Да, и это уже точно ты, Петр. Не, я не знаю. Серьезно, не знаю. Петр Первый. Вестигнеевич. Вестигнеевич. Это отчество. Вестигнеевич – это отчество. Угу. А фамилия? Махунга! Всем привет, меня зовут Евгений Борисович Ширяев. И сегодня вы увидите сумасшедшее, одно из самых прикольных видео в Ютубе и везде. Называется оно «Вопросы за бабуса». Конечно, я шучу, есть нормальные темы. Нормальные темы есть. Но самое прикольное... Всем привет, дай поздороваться. Всем привет. Приятного вам просмотра. Этот ролик, я думаю, будет бомбический. Пока не знаем, что будет дальше, но я думаю, что он будет бомба. Эксклюзивный будет ролик такой. И в плане участия со мной. Кто ты? Я... Занимаюсь, веду свой влог про еду. Кто влог? Да. Влог. Клок. А чем отличается? Влог или блог? Ты же блогер. Кто я? Блогер. Блогер? Да. Ага, это я. Да. Ну и я стремлюсь таким стать. В общем, друзья, снимаю ролики, на самом деле. Хожу по заведениям. Пока это узбекская кухня. Но в дальнейшем планирую и обходить... Что, засыпаешь? Я говорю. Да. Ты увидел видео, где я делал рекламу для ребят с Дальнего Востока. Да. И ты захотел такую же рекламу. Да. Ты принес деньги? Бабки есть. Сколько денег ты принес? На ушко. Я не скажу. Нет, ты скажи, сколько ты принес. Может быть, рекламы не будет никакой. Сколько денег ты принес? Так договаривались. Ты снял их, надеюсь? Да, у тебя будет сдача. Иди и разменяй. Нет. Ты будешь спонсором, ты будешь раздавать эти бабосы. Хорошо. Все, иди меняй. Все. А я начинаю снимать. Все, давай. Спонсор нашего сегодняшнего передача. Ришат, у которого свой канал в Ютубе. Этот канал в Ютубе вы можете увидеть в описании. А ты подготовил вопросы? Да, приготовил. Они будут по моей тематике. Да. Тебе. Ришат задаст мне вопросы. А ты мне заплатишь бабосы за ответы правильные? Да, если ты угадаешь. Ага. Когда вы перейдете на канал Ришата, много бабосов платишь? Как справишься, так и заплатишь. Ну ладно. Ну что ж, мы... Приветики. Здравствуйте. Вы с фокус хотите? Конечно, ребята, подтягивайтесь. Я только начинаю съемку, а уже самым популярным блогером этой планеты хотят сфоткаться. Подтягивайтесь сюда, ребята. Главное, чтобы я получился секси, ребята. Давайте. Надеюсь, у тебя iPhone. Да. Красава. Иди сюда. Как зовут тебя? Настя. Настенька? А, чумелые ручонки. А как зовут тебя, ковбой? Денис. Значит, вы смотрите в Ютубе всякую... Да, вообще давно. Классную рубрику, да? Да, давно смотримся. Еще прям очень нравится все. Офигеть. Правила вы знаете, да? Да. Пока я ищу вопросы, немножко о себе расскажите. Мы из Уфы. Мы приехали из Уфы, переехали сюда. Пока надеемся, что надолго. Да? Все. Учитесь, работаете? Отучились, работаем. Учусь, работаю. Еще пока учимся. Работаете в компании Wimbledon? Нет. Очень обидно. Да. Кстати, спонсор нашего сегодняшнего программы Ришат. Ришат, еще раз подойди сюда. Ришат. Да. Всем еще раз привет. Молодец, брат. Давай, ты рядом здесь. Стой. Если они победят, все. Бабки есть, братан? Есть бабки? Бабки есть, бабки. Да. Нормально, да, я устроился? Первый вопрос, Настенька, для тебя. Дениска подсказывает. Ты на подхвате. Угу. Настенька, сколько будет 81 разделить на 3? Самый элементарный вопрос. Сейчас подойдите, я просто... У меня волнение. Кумекай. Кем работаешь? В водоканале.
Бухгалтером? Нет. Ай-яй-яй. Сейчас подождите. Можно давай. Да, думай, думай. 27, все, да. 27. Фамилия Петра Первого. Да, и это уже точно ты, кто? Не, я не знаю. Серьезно, не знаю. Петр Первый. Вестигнеевич. Вестигнеевич. Это отчество. Вестигнеевич – это отчество. Угу. А фамилия? Петр Вестигнеевич. Да. Ты знаешь, что потом? Нет, не знаю. А ты знаешь? Нет. Я просто умничаю, когда так, смотри. Для того, чтобы ты стала победительницей, а для меня важно, чтобы каждый участник моей программы стал победителем, ты берешь в руки микрофон и сейчас подходишь к людям и спрашиваешь у них, какая была фамилия у Петра Первого. Угу. Давай. Можно вопрос? Можно на минутку ответить на вопрос? Можно на минутку на один вопрос? А какая фамилия была у Петра? Петра Первого. Романов. А, нет. Нет, я... Вестигнеевич отчество? Петр фамилия? Блин, прошу прощения. Я помню, что династия Романовых, но... Он же сам был изначально не Романов. Давайте вы это ладно, спасибо, сейчас. Помогите, люди. Можно вопрос? Один вопрос, пожалуйста. Извините, можно вопрос, пожалуйста? Зачем, не надо. Один вопрос, Петя, вообще. Заметила, Настенька. Как трудно, да? Вообще ужас. Заговорить с людьми. Можно вопрос, пожалуйста? Пожалуйста, пожалуйста, один вопрос. Какая фамилия у Петра Первого? Романов. Точно? Да. Романов. Спасибо большое. Спасибо. Парень-то прав оказался там. Петр Вестигнеевич Романов. Угу, Роман. По поводу Вестигнеевича, конечно, пошутил. Да? Конечно. Отношение прилежащего катета к гипотенузе. Отношение прилежащего катета к гипотенузе. Думаю, думаю, на меня смотри. Когда ты смотришь мои видосы, как у тебя частенько все хорошо, удачно там получается? Бывает, да. Бывает, нет. Но по истории точно нет. Да и с математикой, как оказалось, тоже. Признаюсь, по чесночку сегодня очень сложный вопрос. Поэтому пускай вот это вот гипотенуза тебя не расстраивает, лично я в жизни бы не ответил. Что, спросим у кого-нибудь? Давай. Сейчас, Настен. А ты знаешь? Нет. По-любому знаю, потому что я знаю. Решат, может, ты нам подскажешь? Иди сюда. Давай, иди сюда. Вопрос повтори, я не слышу. Отношение прилежащего катета к гипотенузе. Спасибо. Здравствуйте, можно вопрос? Нет. Очень жаль. Можно вопрос, пожалуйста, один? По геометрии. Какой вопрос? Да. Отношение катета к гипотенузе. Ну, гипотенуза точно больше, чем катет. Это я точно помню, а формулу не назову. Что это? Угол. Какой? Как называется? Что это такое? Что здесь происходит? Нет, слушай, какой угол? Треугольники. Здравствуйте, можно вопрос? Пожалуйста. Один вопрос. Один вопрос буквально. Отношение катета к гипотенузе. Что это? Катет к гипотенузе? Да. Косинус. Ура! Ура! Как зовут тебя? Спасибо, Алина. Большое. Алина, спасибо тебе. Пусть прошлое раскрошится волною о причал. Мы вспомним все хорошее, забудем про печаль. Умчалась юность бедная за даль туманных звезд. И за любовь последнюю я поднимаю тост. Выпьем за любовь. Ла-ла-ла, как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь. Ла-ла-ла, пусть дрожит хрустальная слеза. Выпьем за любовь, за любовь. И уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь, родная. Выпьем за любовь. Есть бокалы? Шампунского есть, нет? Решат. Все, я порешал. Пятый вопрос. Так, Настенка, очень все сложно и серьезно. Посмотри прямо на меня.
А если бы Денчик тебе предложение сделал, ты бы сказал ему да или нет? Да. Да, бы сказала? Всем привет. Я еду сейчас снимать шоу «Вопросы за бабосы». Дома до отъезда я сделал прямой эфир, где ляпнул, что сейчас поеду снимать. И мне написал какой-то мужик, что «Жека, сейчас я за тобой приеду и отвезу тебя. Говори адрес». Кажется, это его колесница. Надеюсь, там будет не какой-то маничелло. А нет, нормальный парень. Здорово. Здорово. Денис. Жека. Очень приятно. Я снимаю тебя на скрытую камеру. Отлично. Ты не против? Да, конечно, только за. Красавчик. Погнали. Слушай, сразу хотел сказать. Ну-ка, говори сразу. Короче, пока ехал, думал, как что сделать. Но. В общем, я вообще планировал, ну, весной делать предложение девушке. Но думал, можно и заранее сделать. И если можно с тобой договориться, то есть, ну, ты же просто так не отвечаешь, когда у тебя будет в выпуске. То есть, как будто бы я у тебя просто спросил, например, если ты там, ну, выходной, ты же бываешь в выходной, выходишь, например, ну, спрашивать, ну, работать. Я, например, у тебя как будто бы спрашиваю просто, ну, ну, типа, когда у тебя выпуск, ну, когда будешь снимать, типа. Ты такой, вот, типа, тогда-то, вот, так, такой, на таком-то месте. Я девушке, вот, типа, погнали, съездим, потому что мы вместе смотрим, ну, тебя. Она будет рада, этот стопудово согласится, и мы приезжаем такие, допустим. Ты нам вопросы задаешь такой, я в конце хоп, выходи за меня. Ну, если можно так договориться, если нет, так просто участвую. Ну, ты, конечно, романтик. Немного, да. Нет, мы так не будем делать. Ну, все, ладно, понял. Че, куда поедем тогда? Куда хочешь. Я не местный просто, я не знаю. Откуда ты? С Уфы. Тогда поехали на Дворцово. Дворцовую площадь? Да. Как Все, ты думаешь? Приехали. А? Баста. Там баста у тебя? Да. Как ты думаешь, почему мы не будем так делать, как ты захотел? Маршрут построен. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните направо. Это был пранк, мы сделаем так. Погнали на Дворцовую площадь. А если бы Денчик тебе предложение сделал, ты бы сказал ему да или нет? Да. Да, бы сказала? Где будет свадьба? Я не знаю, я в шоке пока. В Уфе или... Я не понимаю, что происходит. Итак, от нашего спонсора канала... Решат называется канал? Да? Регистрационный подарок. Да, это вам за все правильные ответы. Спасибо. Прошу, прошу, Паня. Это тебе подарок. Я надеюсь, ребята, надеюсь, что звук записался. Потому что когда именно здесь я уже проделывал это с другими ребятишками, которые, между прочим, не позвали меня ведущим на свадьбу, а я бы сделал бы неплохую скидку. Понятно вам? Звук не записался. Видели этот видос? Я видел. Ты видел? Видел? Не записался звук. Надеюсь, сейчас все запишется, все подключено. Так что все, ребята, там, советом да любовь. Спасибо большое. Давай, Денчик, там, на созвоне, да. Шумерок у тебя мой есть, как бы. Ладно, спасибо вам. Давайте, ребят, пока, adios. Спасибо. Прикосновение там, как пам-пам-пам-пам-пам. Пока. Надеюсь, получится романтично. Конечно, у вас, да. Я наложу музончик, когда он встает на колени.
будет кайф. Неожиданно, даже для меня, я вот да? не знал. Да, я конечно. Сам офигел. Да. Ты, то есть, с ним списался, да, получается, он тебе написал, то есть, предложение? Это все будет видео. А. Там будет дополнительная вставка о том, как все это происходило. Вы это уже видели. Я. Yeah. Так, ну что? Что, Жек, давай, продолжаем. Продолжаем, конечно. Да, да, да. Девушка, здравствуйте. Поучаствуйте в нашем шоу. Не хотите? Начинаю. О, вон тот крендель. Бабосы, бабосы. Братишка, идем. Иди сюда, братан. Бабосы сразу. Мы тебе машем, машем, а ты к нам не подходишь. Хорошо, иди сюда, братское сердце. А-а-а. Как твои дела? Нормально. Ты сука. Куда намылился? Да так, домой, я да? у бабушки живу, так что домой. Что за документы у тебя? Да так, это самое, по делам, короче. Тебя как зовут? Миша. Мишаня, борода у тебя знатная, брат. Да. А вот кучеряхи вообще торчащие, мне очень нравятся. Круто. Сейчас, я задам тебе 5 вопросов. Если Окей. ты на них отвечаешь правильно, ты получаешь 1000 сестерцев. А-а-а. Если ты не знаешь ответ, ты берешь у меня микрофон и спрашиваешь у людей. Ну, типа, подскажите правильный ответ. Хорошо. Заметано. А что такое сестерция? Рублей, братиш. А, окей, окей. Я думал, крипта, может, какая-то. Слушайте,